Доброго всем времени суток, с вами Тексер, имперские мифы китайского производства. Так, инвентарь лошади, да? Это я не помню. О, 17, как раз. Повязочку я хочу скрафтить, если что. Так, по заданию. Повязочка. Где же повязочка-то у нас крафтится? Ну, это тройной пластырь, сами такой крафтите. Во! Не то, чтобы я их две хотел скрафтить. У меня одной выше головы, ее одну же надо. А, черт, с два их две надо. Угля, наверное, не хватит, да? Еще могу. А, еще один древесный ясень надо. Ты древесный ясень. А, древесный ясень у нас не древесный ясень. Так, мясо в маринаде, это тухлое мясо. Это фигня, ничего хорошего. Оно не принесет. Так, иди туда. Гори. Одна повязочка есть. Так, что бы я хотел? Я бы хотел сначала на улицу выйти. А, да. Покрафтить на колесе. На колесе покрафтить. Вот это вот. Использовать вращающееся колесо, чтобы получить опыт. И мастерство навыка. Это вот вращающееся колесо. Мы его берем. И нажимаем прялка использовать. И делаем, допустим, вот это. И видите, я сижу и делаю. Вот это оно и есть. Вот. Получить награду. То есть я могу отлипнуть от нее. Самоубийство. Да, только самоубийство меня спасет. Раз, раз. Привет. Так, а это вот Рэй присоединился. Ко мне еще двое человек присоединилось. Мы сейчас будем в гильдию еще объединяться. Так, Рэй, ты тут уже? Да, я отходил просто. Ну, а я уже не выглядел. Я уже записываю просто. Сейчас зайду. Но вы мой блиндажик видели уже, нет? Нет, я так и не понял, где это. Вроде в тот же регион. Но это возле моста через реку. Ну, сейчас найдемся. Ну да. Вы поди там уже город отгрохали? Да нет, мы дошли только вот, я буквально на полчаса заходил, дошел до момента, зайдите в гильдию и постройте дом, и вышел. Так, чё пока, фундамент, повязка делается. Сбор окна для глиняных проемов. Это вовсе даже не сбор окна. Поставь английский, там намного лучше он. Да не. Пусть будет на русском. Да, оно смешное. Окно для глиняных проемов. Это глина. И она вон там. То есть я не зря поселился возле воды. Кстати говоря, по поводу атласа, надо будет сделать серию про спуск вот этого вот бандурина. А бандурина на серию не потянет, мне кажется. На ней можно спавнить. Что-то еще надо. Ты видел, как тут глина выглядит? Как какашки. Да. Ее молотком надо добывать. Что самое удивительное. А на русском знаешь, как называется? Песок, по-моему. Окно для глиняных проемов. А. Хорошо. Так, лучше его вообще на картах добывать. Ты уже на колесах? Я уже на колесах. А на голове забор. Чем тебе не нравится? Как-то, знаешь, странно ходить с забором на голове. Зато картинка красивая. Я с колесом вращения уже разобрался. Что это такое, с чем его едят? Это прялка. Ну это да. Я почему-то сразу так и понял, что это прялка. Просто, да, что сделать с ней надо? Что сделать, там надо как-то зайти на нее, посмотреть и понаблюдать. Нет, надо за ней поработать. То есть зайти в нее через круговое окно и использовать ее, что-то скрафтить. И потом выйти и посмотреть на нее. А, ну,
Не, ну не. Да, на себя посмотреть, скорее, не на нее. Ну да, 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 да. Ну, в общем, там пипец. Помедитировать. Я хотел сегодня еще лошадь поймать. О! Вообще хорошо, какие-нибудь бомжи еще нанять. В сегодняшней серии как раз галактически нанимал бомжей. Ну, надо именно бомжей, чтобы за еду, не за деньги. За деньги-то тут рядом со мной есть. Нет, 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 за еду. Там костер такой горит, и два бомжа сидело. Вот на таких бомжей, знаете. Кстати, он в тех же местах живет, что и я примерно. Только на другом берегу реки. Ну, не на этом сервере, понятно. Как громко-то. Но! У дураков выбор места сходится. Ладно, пока я тут нудно ковыряю запись, пока остановлю тогда. Надо запись включить. Ну что ж ты самое интересное? Ну, самое интересное. Я ей зарядил травой в башку. Вот, она офигела с этого. Я подкрался к ней сзади, она меня увидела, с криками ужаса кинулась убегать. Я ее догнал, надел на нее седло и тащился за ней по лесу некоторое время. Я так понимаю, один раз она меня скинет. Я эту мини-игру не выиграю. Ну да, там надо какой-то бонус, скорее всего, иметь, чтобы... Но ярость-то быстрее растет. Ну, возможно, если какие-то бонусы, то и нет. А я уважением донимать могу, интересно? По идее-то могу. Натянуть вожжи влево, натянуть левую вожжу. Мне кажется, ли это одно и то же? Ой, какой перевод, я офигею просто. Ты собака комнатная, ну-ка крутись влево. Нечего травяную лошадь разыгрывать. Мне кажется, что у нее одна сторона, с одной стороны ноги короче, чем с другой. Она по кругу бегает исключительно. Кто-нибудь выполнял вот этот сайт квест по этому самому колесу? Да, это прялка. Да, прялка. Собственно, тут мне просто использовать его, использовать, чтобы получить опыт. Да, да, да. Я, через круговое меню его и надо юзать. Не через я, а через... И выйти посмотреть на себя со стороны. А, понятно. Так, я задом вперед на лошади езжу, это нормально. Блин, пипец. Лошадь. Кстати, тут чьи-то доспехи валяются. Пускай тухнут. Это мои старые. А для бомжа можно было оставить? Чтоб новый не крафтить. Ой, да ладно, это самое фиговое. Но бомжу больше не положено. Так, все, сейчас лошадь начнет беситься. Вот-вот взбесится, спасибо. А вы удивитесь, но я выиграл мини-игру, нет? Нет, лошадь растержена. А почему мне тогда написали, что отлично? Приручение отлично. Я спрячусь. Пасись, пасись, как бы издёха. Я тебя еще сейчас доприручаю. Так. Вязанку, которую я ей кину в морду. Понятно, сейчас вот этот вот ранкинг растет как-то. Что за ранкинг? Ну, зеленая полоска внизу. У лошади, что ли? Когда ты приручаешь, у тебя 4 полоски. Но. Желтая приручение, ярость рыжая,
Wild Level красная, но она не растет. И с плеткой зеленая ранкинг. Я не помню, как на русский перевели. Уровень приручения, что ли, как так. Который все время растет, циферки справа. А, ну да. Но это зеленая, это же это. Насколько крутая лошадь у тебя получится на самом деле. Так, есть. И кто ты у меня будешь? Инвентарь лошади. На тебе седло. На тебе бронь. А что такое? Непонятно. Какой коврик на него можно положить. Наверное, коврик в салон. О, у него нет слабых мест. Живучесть, атрибут быстроты, атрибут домашнего скота, чтобы это не было, атрибут телосложения. Особенности. Твердость. Это очень твердая лошадь. Даже так? Да. У тебя, кстати, самец или самка? Самец. Кобель. Самец. Слушай, у меня тут самка. А, ты уже ловишь? Да. Так, жранины ей скрафтить. Я как-то очень неуверен в седло залезаю. Ну, в общем, я еду. Ну вот. Я бы еще все-таки за бомжами сгонял. А тебя там лошадь носит? Ты в процессе? Да. Слушай, а вот она, как эта мини-игра действует. Все понятно. Да знаешь, в том-то и дело, что я ее, похоже, выиграл в мини-игру. А меня все равно ссадили. А почему ранкинг не растет? А, второй раз будет расти. Так, бродить выключено, я надеюсь. Следовать. Инвентарь. Инвентарь. На тебе еще жранину. Я надеюсь, ты из инвентаря жрешь. Ну вот. Такая кобылятина есть. А что это, уздечка нужна, чтобы ловить ее, что ли? Жранина, уголь и кузнечиков. Кузнечиков на все. У тебя какого уровня лошадь? Не смотрел. Ну, когда ловил 15-го было, какого сейчас не знаю. Оно ж меняется, нет, не меняется. А, 11-го. Странно. Ну и ладно. Лошадь, ты куда слинял? А вот. Кто-то люк открыл внутрь. Или он под кем-то провалился. Собственно, что меня лошадь оторвала своим появлением, блин? А, булыжник, пойду булыганов нафигачу.
Вам приятно посмотреть, я тут кую. Улучшать ремесленные способности. Не знаю, что меня хотят. Но я улучшу. Надеюсь, что именно это. Посмотреть, как я на этом, на верстаке работаю. Да. Улучшил. А, вы не поверите, я не получил бронзовое копье. Так костяное же нужно. А, ну, ну я костяное сделал, но, я, но у меня квест не закрылся. Чего? Почему-то. А, я его, наверное, к себе не положил. Вот что. Поэтому не получил. Я его сделал, но он в верстаке остался. Я же не в кармане ее крафчу. Наверное, так. Душевную игрушку китайцы сделали. О, бомжатник нашел. А ты по округе, что ли, ездишь? Ага. Сколько бомжей? Двое. Костер стандартный, да? Да. А где, кстати, как я на крыше-то ощутился? Там бак есть с колесом этим. Наверное, лучше приподнимать все-таки потолок. Да-да, я его приподнимаю. Именно этим я занимаюсь. Как раз из-за этого, как раз на крыше после применения этого колеса и... Угу. Такая же фигня. Кстати говоря, они как раз в вопросе. Чё как раз? Бомжи как раз в вопросиках. В каких вопросиках? Ну, на карте то, что вот эти вопросики, ты их открываешь. Там, ну, там же, там же бывают животные, бывают бомжи. Ну да. Так, я я вас на карте не вижу. А это в каком вопросике, бомжи? Давай я к тебе приеду. А, вот смотри, на вниз от нас практически, от моста, идет дорога. Видишь? Угу. И в середине... Ну, материка нашего, вопросик как раз на дороге. Понял. Так. Еда с собой, выезжаю. Две дамочки там сидят. О, прикольно. Чё? Чё? Погнали, кабуляка. Вопрос в другом. В чем? Когда нам нужны дамы? Как хрен разница, на них приятно смотреть. Так, дорога. А, я вижу, что куда ты мчишься. Или не ты мчишься? Это я тут езжу, но я смотрю дальше. Ехай по дороге-то, увидишь костер. Ага. Ты бомжа не ловил, что ли, еще? Не, не стал. Я говорю, я мужика хотел. А, ну как ты знаешь. А мне-то без разницы. У нас нет гендерных предрассудков. Вопрос в другом. Вопрос в том, что... Я два ролика посмотрел, и в обоих роликах они у костра фармили именно дамочек. Думаешь, как-то связано? Не знаю. Ну, как бы за что купил, то продал. Так, еще один. Так. Темненькая и светленькая. Кто тебе сказал, что это дамочка? О, не знаю, тут, ну, тут тоже такие же сидят. Это мохнатые мужики. Ты чё? Так, блондинчик мне не нужен. Вербовка. Кто-то даст что-нибудь поесть? Ты смотри, какая жаба! Нет, он не то, чтобы жаба. Но диалог интересный. Тот, кто даст мне что-нибудь поесть, будет моим господином. Дай мне грубые кожаные доспехи. Он ест... Push little helmet. Моль. Моль. Ну-ка, а второй чего? Тоже грубые кожаные доспехи. Погоди, а что им надо тогда получается? А
этот что скажет? Я только деревянный умею. Ну, значит, пока не судьба. Курс литерных язык. То есть реально доспехи ему нужны? Это не перевод, да? Да. А ты где-то в другом месте, что ли? Я в другом месте, я на берегу реки. Хисвол, сейчас он еще какой-то костер горит. По диагонали от тебя, вот на берегу реки. Ну, я еще на равнине костер вижу. Блин, дай мне что-нибудь поесть. Я такой голодный, что готов шлем сживать кожаный. Как в анекдоте, да? Про это. Про любовника забытого в шкафу. Ты кто, моль? Чем докажешь? Хочешь, свитер съем? А куда шуб понял? Дом съем. Круто, опять пограничный. Это вот куда я сейчас подъехал, ты что ли тут был, да? Ну, на берегу, по диагонали от старого. Там двое, один носатый у костра сидит, и один стоит. Условие вербовки, 29 сырого мяса, вот это я могу осилить. А второй? 8 повязок, где-то в пень. А где ты? Так, он уже не хочет сырого мяса, он лег и собирается умереть. Ну, как бы... Слушай, их тут как тараканов, этих наемников. На перекрестке двух дорог. Понял. Ты кто? Роумит, 27. Вот тут тоже сырого мяса хочет. Проблема в том, что у меня нет сырого мяса. Блин, лошадей подманивает. А такая пучок черный есть травы? Его крафтишь. Че, нету? Нету. А ты открой его. Да. А, понятно. Это Tamed Horse первая. Там понятно. Как раз тебе нужно поставить эту уздечку. Вот первая самая. Угу. И корм. Блин, ну вот это вот с мясом-то я бы захмутал товарища. Ну да. С мясом остается хорошо. 20 с чем-то мяса, я, наверное, замучусь его добывать. Так, кабан 21 уровня, это, наверное, слишком для меня. А лошадь я, наверное, не догоню. Из кого мясо-то брать? Этих товарищей завтра будут приручать. Не, я сегодня. И это нифига не дамочки. Может быть, да. Опа. А не медь ли это? Защита будет деактивирована. Меня прям пугают деактивации таланта прям со всех сторон. Да, я нашел медь. Это хорошо. Где нашел? Да прям на равнине. Они такие чуть ржавые на вид камни, небольшие. Так, награду мне. Ну и, конечно, сразу с меня бронзовый доспех потребовали. Плавильную печь, медный след. Все будет. Так, лошадь. Следовать за мной. Блин, лис 20 уровня. Даже не знаю, я справлюсь с этим. Вон олень, с оленем точно справлюсь. О, эти я вижу, походу. Я тут на лошади с копьем. Чё? Против оленя. И как?
Я тоже на лошади. Бегаем. Так, последнюю стрелу выпустил. Чё, олень говорит? Олень говорит, пошёл нафиг. Такое впечатление, что я ему дамаг вообще не наношу. Может быть. Нет, я не наношу, но... Я нанёс. Нанёс. Он хочет увести моего бомжа за сырое мясо. Блин, самое смешное, что у меня 60 жареного мяса. Я не понял, а что с этой травой-то делать-то, блин? Бросать, чтобы лошадь к тебе задница повернулась. И отвлеклась. Это приманка. А ты не подкрадываешься, берешь в руки вот эту вот уздечку и надеваешь ее. Да блин, что ж так... Догонишь ты его, кобыляка. Ёкарный бабай. Надеюсь, лошадь не выдыхается. Да, сто олень неутомим, блин. Да стой-то. О, еще бомжи сидят. А эти что хотели, ты к ним подходил? Которые тут на поляне. У реки. Не помню. Я не знаю, каких ты. Да блин. Олень. Олень-то олень. Он останавливается, забивается под лошадь, я его копьем так близко не могу ударить. Собака. Так, ладно, оленя на время отложу. Попробую с бомжами пообщаться. Не слезая с лошади причем. Нет, слезая. Бомж, есть разговор. 16 приготовлены саранчи. Блин, у меня, к сожалению, только 6. Ты чего хочешь? Грубый кожаный шлем. Так, итак, либо 16 приготовленных саранчи, либо 20 с чем-то сырого мяса. Саранча быстрее. Ну, как сказать, мне надо домой ехать и готовить ее. На костре. На их? Ну, я не знаю, рядышком поставь костер, ты все. Ага. Так, оленю пофигу. Из меня тут еще это. О, 180 урона, нормально. Да блин. У лошади инерция, как у броневика. Да. Как сложно копьем на лошади в кого-то попасть. Как вообще рыцари с ним справлялись? Самое смешное. Не знаю, как можно. Попал. Ну что, пол хп унес ему. Че, лошадь тут мечется вокруг. У меня проблемы сейчас с системой наведения будут, с кого тыкать копьем. Опоздание. Ты блин. Наконец-то можно будет с ними договориться. Так, вроде эти хотели. Мне уже все равно кого брать. Так, это саранчиядный. Ага, этому каску. Не те. Ну, погнали к другим.
А еще до них лошадь ловить надо будет потом. Бля, там же и лошадь. Ну, а что, им пешком будут бегать? Не, можно и пешком, только будешь от них на лошади уезжать далеко. Ну да, придется. Ой, стадо лис, блин. Все что угодно теперь есть. Вот, когда мне мясо не нужно, тут просто тешиться животными. Так, вот еще бомжи. Ну, кабан он ходит. Ты лошадь поймал? Да, поймал. Ну, о, прекрасно. 8 повязок, нафиг. 29 сырого мяса. Идет. Ты будешь бомжер. Блин, стой, ты он или она? Ты кто вообще? Непонятное создание. Так. Инвентарь. Вроде мужик. Да, мужик. Освидетельствовал. Так, хорошо. Следовать. Следовать. Настройки. Нейтральный. Состояние следования в бою. Среднее. Состояние охраны. Среднее. Фильтр целей. Ну, вроде все правильно. Самое смешное, я сейчас поеду, а он побежит. Да. Хреново ему бежать. А еще у него какие-то иероглифы возле имени странные. Ну где-то там, давай, догоняй. Ну что ж, вот жизнь более-менее и наладилась. Вот мой бомж. И только что обнаружил не странный, забавный момент. А именно, где у него? Вот. Он туповатый. 60%, на 60% снижена эффективность навыков. Ну что поделать. Туповатый, зато мой. Так, хорошо. Буду его одевать, наряжать. И все такое. Так, эту дрянь. Давай сюда. Метальный камень, давай сюда. Это тоже давай сюда. Это тоже давай сюда. Портки тоже давай сюда. А, это что такое? Это что-то на голове, как и волосы объявились на голове. Тощие его не кормили явно. Так. Погнали. На. Волосы сразу куда-то деваются. Так. Еще хотел ему щит дать. Свой. На, щит. Меч. На, с барского плеча. Ну, как-то вот так. Блин, доспехи висят. Не знаю, что. Ну, как-то вот. У меня есть лошадь. У меня есть воин. Ну, он будет типа танк. Кстати, я могу его как-то... настроить. Нейтральный. Ну, нейтральный, да. Ну, то есть, если нападает, он нападет. Фильтр целей. Да? Ну, да. Зато он по мне будет ориентироваться. Следовать. Перестать следовать. Так.
Еще у него инвентарь, надо ему еды дать. Я прям щедро рукой ему вот столько отсыплю. 25. Я надеюсь, он с голоду не помрет. А дальше мне нужно лошадь покормить. У нее есть такая штука, как сытость, вот она. Надеюсь, она сама жрать будет. И надо будет сейчас ей еще еды покрафтить немножко. У нее еще вот это вот привлекать. Ну, для моего, так сказать, туповатого охранника нужно лошадь тоже. И перестала падать сытость. Теряет полноту, когда ранена, теряет выносливость. Накормив кормом или другой пищей. Я положил ей корм. Разделить, выбросить. Хрен ее знает. Тут ничего не светится. Я в инвентарь положу, предыдущая она вроде сожрала. То есть в этом плане все хорошо. Ну что ж, господа, на этом тогда все. Жмите, пишите. До новых встреч.